Итак, всем привет, с вами я был первый, и вот вышла новенькая обнова на Next Car Game, и пришло время взглянуть на нее. Кстати, с наступившим 23 февраля всех. В общем, тут добавили новенькую тачку, апгрейды, смену частей изменили, как мы видим. Вот мы можем все тут менять. Как видим, допустим, давайте вот так поставим, что ли. Тормоза. Вот, можем менять шины. Тут еще, вау, покраски всякие есть. Прям какой-то GTA San Andreas. Какая-то куповская тачка без сирен. Но мне больше нравится это, черный стиль. Другие тачки, как видим, мы тоже можем поменять. Посмотрим стили их. Вы поняли. Помимо этого еще трассу новую тут добавили. И можно самому фиксировать количество игроков. Вот, например. Там даже можем выбирать вариант трека. Ой, гонки, то есть. Ну, в общем, как-то так. 23. Ой, давайте попробуем. Может, лагать не будет сильно. На 23. Давай, грузись быстрее. Чё ты долго там думаешь? Ну да, 20 FPS. Стоп, это не та трасса. Это не та трасса, это не новая. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, стоп. Чё за хрень? Я не это хотел. Вот она, эта трасса. Вот, Figure 8. Figure 8. Эта трасса даже в какой-то степени напоминает одну из трасс из Flatout. Такая вот смертельная восьмерка. Это будет просто мясо мясничное. Естественно, я сзади все. Почему бы нет? О боже! Как это все звучит. Но это даже не сильно лагает, между прочим. Я буду облокачиваться об других. Все рушится на моих глазах. На shift, поворот назад, камеры, что? Успокойтесь, ботсики. Кто там в топе? Твою же! Ау! О, щит! Посмотрите на мою раздолбанную тачку на 17 место. Да задолбали! Хватит уже так делать. Туалет мне кусок бритового. Получай! Я буду тобой прикрываться. На! Да насрать тебе на критиков дэмэдж, все норм. Вот, мы уже на 9 месте. Ау! Ни хрена! 9 место, отлично. Всех тут уничтожили. Так, ретрай, естественно. В таких трассах надо кругов побольше ставить. Тоже еще круги ставить. Я их поставлю. Какая-то мясо-машина. Рубка.
мясо машина. Иди-ка сюда. Все горят, все стоят. О, второе место. Эй, ты чё, охренелся все? Вот тебе. Подохни, тварь. Так, а теперь ты иди сюда. Так, да что вы все на моем пути встали? Не повезло, не врезался я в этого гада. Вот так! Получил, гад! Ай! Отвали! Все, охренели! Мне кто-то, кажется, догоняет. А я буду первым. Первый! Вот так вот. Суйдите. Гараж, гоу. Блин, трасса вообще такая прикольная. Надо поставить сейчас побольше кругов и устроить настоящее место. Так. 10 кругов. О-хо-хо! Я представляю себе, что тут будет на 10 кругов. Это будет нечто. Машинорубка, блин. И опять последний. Чёрт. Вчера только играл здесь. Я в первом ряду стартовал. Чё за херня? Где-то день, ночь есть, типа, что ли? Я смотрю, недавно вечер какой-то был, что ли, только что перед этим я играл. Первый раз этот раз. Сейчас тут утро какое-то. Так, о-хо-хо-хо! Вот это свалка! Зато посмотрите на мою свалку. Да иди же ты! Не трогай меня, я хороший. Чё? Этого мусорка! Помру, вау! Что значит чё-то круг 4 на 1? Эта десятка тут не умещается, типа. Тихнулся в свалку. Черт, а кто первый тогда, если я второй? Где этот гад? Ага! Вот так тебе. Двухтонное мясо, блин. Сидеть! Красножопик. Critical damage. Я умру от ледяного касания ко мне. Но я буду жить. Да чтоб тебя, красножопик. Почему ты все еще живой? Боже, эти остатки меня преследуют. Так они за краешек. Черт. Третье место. Блин, это было... Ой, как пиздец, какое мясо. Там скопление такое. Машин. Это мешает, это здорово. Так, можешь хотя бы для разнообразия поиграть за другую тачку. Так, давайте посмотрим.
Для разнообразия просто будем что-то оставлять как есть, что-то как нет. Чтобы увидеть разницу. Так, и Paint Jobs. Что тут? Мне вот этот нравится. Вау, этот вообще крутой. Давайте четвертый поставим. Что-то мне все черное нравится сегодня. Круто выглядит. Тут еще, кстати, на фоне музыка, видите, играет. Так. Вот поиграем в термак. Тут роут 1, 3. А что за роут 2 тогда тут будет, что ли? Так. Давайте поставим. Ну, она пускай будет 3 круга. Трасса-то большая. И посмотрим, какая мясорубка из этого выйдет. 20 FPS на мясорубка. Это кажется, 20 FPS. О, я в топе где-то стартовал. Вот это поворот. Срады копы! Пиздит воспит! Ааа! Меня зажали! Ааа! Я сдохну сейчас! Черт, посмотрите на мой... На мою машину, во что она превратилась! Все, вам не сдобровать, я очень злой! На! Не трогайте меня, а! Ой, у меня стекла вылетели. Именно вылетели в прямом смысле, ветром вышвырнуло их. Так, идите-ка сюда. Я монстр-машина. Привидение, бойтесь меня. Черт, да нереально, походу, меня боятся, что отрывается за скоростью света. Что ли управление в какой-то степени пофиксилось, стало легче поворачивать. А, вот эти заносы тоже не так трудно выполняются. Так, я выбил кому-то стекло. Пусть остается без стекол. Как вот это мусор? Да я туша едет уже, а? Еще едет она, главное. Едет хорошо. И управляется хорошо. Я немного по траве решил проехаться. Так, пятое место, второй круг. Иди-ка сюда. Мне нужна хотя бы броза. Тихо. Ай, опять в эти стены долбанулся. Шестое место. Яс. Нет, слезы не получится. Ладно. Много-много шин, которые... мешает особо. А ты как тут оказался, гад? Иди нафиг. Так, спасибо тебе, игра, за то, что ты неожиданно повисла. Бандикам фиг, спасибо за то, что ты там синхронизовал звук после того, как восстановил этот кусок ролика. В общем, там вы могли видеть, что я чуть-чуть не до конца не дошел до трассы. И, в общем, скажу вкратце, что занимаю пятое место. Больше вам не надо. На рассинхрон не обращайте внимания, это... Видно, проблема бандификса, которую я уже не могу исправить. Окей, я еще хотел испытать эту тачку в дерби, так что давайте-ка... Все равно заново запусти. Давайте, допустим, вот так. Допустим, вот так. Я просто экспериментирую, смотрю, как будет тачка себя вести. Сами понимаете.
Вот на дерби сейчас пойду. Позырь, как это будет. Дерби на 23 человека. Страшное мясное дерби. Нет, машинное дерби. Не, как бы поэпичнее это назвать. Бензиновое дерби. Ладно. Кто-то стоит. Даже не двигается. Чувак, что с тобой? Почему ты не двигаешься? О-о-о-о-о. Интересно, кого-нибудь зарубали? На! Иди отсюда, на! Дерби, прикольная вещь. О, кого? Кто-то там. Блин, вот говно. Эрку сразу. Ау! Это жестко. О, посмотрите там, что на фоне творится-то. Позади, на! Всех закромсаю. Да чтоб тебя, вот какого ты уехал назад, а? Езжай сюда. Блин, я тут сейчас подохну. Тейкдаун! Ни одного тейкдауна не было. Столько тачек раздолбало. Так я тебя поймаю. На! Critical damage! Нет! Я буду жить! Это было не эпично. И типа такая камера... Блин, я не хотел возвращаться. Типа камера пьяная такая. Блин, и даже... О, хрен с ним. Мне нравится вот это изменение времени суток. Скорее себя сам больше победил. Чего вы только мои передние края бьете? А тут уже почти сдох, можно считать. Опять Critical Damage, я проиграл, считай. Ну хоть кого-нибудь в тейкдаун затащить. Двигатель уже не заводится, походу. На! Потух тебя же. На! Блин, стоп уже. Тихо, тихо, успокойтесь. Мне жить еще надо. На! Отлетел, но жив остался. Боже. Посмотрите на это. Ой.
меня убили тем временем, пока я смотрел вот вперед себе. Так, еще раз. Удачно проехал. Так иди сюда, изжеванная масса, машинная масса. Черт. Не получилось его к стенке прижать, ладно. Основные события у нас где-то тут творятся, походу. Там один форевер, и он горит на... Ау! Да чёрт! Этот жив, смотрите! Хоть один тейкдаун будет у меня или нет? На! Что попало тут творится? Переживали эту машину полностью. Жестоко. У меня уже колеса нету. Но я еду отлично вообще. Нет ни одного тейкдауна. До сих пор где. Но я еду. О, да! Тейкдаун! Так, еще три оппонента осталось. Где это? Троица едет, интересно. Надо бить правым боком. Как это тушу выйдет? Тяжело. Типа теперь задней частью ехать и слабенько так врезаться. Так, один оппонент. А вот ты где, да. Yeah, take down. Вот take down, первое место. Вот. О, что я могу сказать? Это было здорово. Они тут действительно как-то улучшили все, поправили. И т.д. и т.п. Это становится интереснее. И, конечно, хочется большего. Поэтому не отвлекаемся от обнов. И, точнее, ждем новые обновы и будем также играть в них. А это все. С вами был я, Павел Первый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, комментируйте. Всем всего хорошего и пока-пока-пока.